Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Сейчас я захожу в свой личный кабинет для того, чтобы вам показать, где сейчас в новом кабинете хранятся инструменты для бизнеса. Стало очень удобно. Девушка у меня спросила, где найти пробники. Я думаю, что тема эта актуальна для всех. Итак, заходим в личный кабинет или где угодно, и вверху будет всегда у вас виднеться вот такие вот, такая вот продукция. Смотрите, наводим на бизнесы, на бизнес, товары для бизнеса, и тут мы с вами можем видеть каталог, прайс-лист, журнал, блоттеры, бизнес-аксессуары, пробные образцы и так далее, и так далее. То есть в компании Faberlic есть не только пробники, но есть еще и сопутствующие товары для продаж. Давайте же мы с вами нажмем для бизнеса. И пройдем сюда. Да, тут, как вы видите, вот у вас все вперемешку. Да, по умолчанию, как вы видите, блоттеры и прайс-листы, и все, и все, и все. Если вам нужны, к примеру, только товары для бизнеса, только пробники, то, конечно же, вы можете посмотреть именно пробные образцы. Нажимаете на пробные образцы и заказываете столько, сколько вам нужно, столько, сколько вам хочется. Обратите внимание, тут их 6 страничек. Пробники тоже весят баллы, как вы видите, и их, в принципе, тоже можно покупать. Да, баллы весят, и это очень, в принципе, важно для нас, как для продавцов, что это тоже балловая продукция. Итак, какие пробники нам нужно, мы с вами таким образом можем заказывать. Также, если вы VIP и делаете 100 баллов, то вы можете заказывать пробники также в разделе промо-акции в своем личном кабинете. Ну, давайте я сейчас далеко бегать не буду. Да, к примеру, я возьму 10 пробников интенсивного ночного крема Проликсира, добавлю в заказ, нажму «Оформить заказ» и поедемте с вами дальше смотреть. Да, то есть вот у меня баллы, вот у меня цена, да, и я нажимаю «Продолжить оформление заказа». И тут вот есть акции консультанта, да, раньше они были в акциях консультанта, да, не забывайте, что у нас с вами есть женская туалетная вода бум-кутюр в подарок, но мы с вами это все дело пролистываем, если не нужны каталоги, удаляем, да, то есть видите, 5 каталогов по льготной цене, вот, и далее у нас с вами идет промо для VIP-консультантов, и тут мы с вами открываем и видим, что мы с вами можем заказать VIP-программу по итогам 11-й компании. Да, то есть прошлая компания у нас с вами была 11. Тут мы с вами можем заказать каталоги. Можем с вами, да, не более 10 пробники. Они тут все до единого идут за полцены, но баллы 0. Да, как вы видите, полцены, но баллы 0. Но все равно вы их можете взять. Да, то есть тут идет, вы можете набрать 20 различных пробников, если вы VIP-консультант. Вот если вы в этом периоде сделали один раз 100 баллов, оплатили до конца периода, то у вас промо для VIP-консультанта в следующем периоде вот таким вот образом откроется, и вы можете тут еще их выбирать. Да? Далее, что интересное, а также если вы VIP более 9 уровней, то вы можете выбирать новинки для VIP-консультанта. Все новинки я уже на данный момент себе заказала, они у меня лежат дома, осталось только, нет, эти новинки еще не пришли, они придут мне в эту пятницу, по-моему, да, вот, осталось только вот забрать, сходить заказ, я уже сделала заказ, вот, ну вот, в принципе, и все, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online.
Если у вас еще есть какие-то вопросы по личному кабинету, то, конечно же, обязательно спрашивайте. Я вам буду снимать видео и буду помещать наш раздел на командном канале «Как легко ориентироваться в компании Faberlic». Именно на сайте. Вот мой канал YouTube, и тут есть раздел, да, тут есть раздел, и так называется «Как легко ориентироваться на сайте Faberlic». И, конечно же, тут все новые видео. Если вы увидели, что тут нет видео, которое вам нужно, да, то я обязательно вам сниму видео и тут его помещу. Пожалуйста, обращайтесь, буду рада помочь.